На фото Яковлев Иван Яковлевич, мой прадедушка. Он родился в 1907 году и ушел на фронт в самом начале войны, в 1941. Известно, что он служил в пехоте и в боях под Ржевом был тяжело ранен в голову, после чего был признан негодным к дальнейшей службе и комиссован. За время службы был награжден множеством наград, в числе которых Орден Отечественной войны первой степени. С осколком в шее он прожил до 1986 года и умер в возрасте 79 лет.